Так, отлично. Что, мы там пропустили церковь? Давайте сходим туда. И, наверное, так, что у нас тут? Сходим в церковь и потом, наверное, сходим на необычный сигнал и добудем детали для снайперской винтовки. Что-то хочу посмотреть, что там за священник молился. Что все фонарик-то включаешь, Себастьян? Да какого? Бутылок у нас максимум. Что там такое все блестит-то? Порох. Отлично. Топорик. Если вы взяли топорик, то он временно заменит в бою нож. Им можно убить кого-то из врагов, но он сломается после первого же использования. Топорики можно найти в Юнионе или забрать у врагов. Так, похоже, он притворяется, да? Что, давайте посмотрим. Боже, прости мне мои грехи. Боже, прости меня. О, Господи, умоляю. Я согрешил, но только не это. Здрасте. Боже, прости меня. Все нормально? Боже, прости меня. Боже, умоляю тебя. О боже. Принц,
Что ты все фонарик-то включаешь, Себастьян? Ну давай, попробуем. Это было круто. Такс. Нет, я хочу осмотреть эту церковь. Так, а интересно, можно ли как-нибудь с другой стороны зайти? Блин. Есть еще для тебя патрон, давай. А, еще живой. Ах ты. Засранец, а? Еще и промазал. Так. Давайте, наверное. Гарпунный болт, понятно. Такс, давайте патроны для пистолетов, наверное. Блин. Слишком много тратится что-то. Давайте, может, для дробовика тогда хотя бы. Давайте хотя бы 3 сделаем. Убежала. Блин, несется все-таки сюда. Блин. Да чтоб тебя, а? Дичь какая-то. Пороха. А падры, похоже, не из слабаков. Еще ключик. Ну, в принципе, не зря сюда пришли.
Здесь ключик был. Так. Отправляемся, значит, на необычный сигнал, да? А здесь у нас... Так, это основное задание получается. Пока туда не будем суваться. Это что у нас, бутылка? Так, точно. Гарпун, да, сделать было? Один. Так, еще какой-то сигнал походу. Пистолетные патроны. Давайте посмотрим. Да ну нафиг, еще какой-то сигнал. Подсумок. Это уже интересно. Запал. Маленький запал блочного типа из электромонтажной коробки. С его помощью, к сожалению, нельзя починить сломанный электрощит. Этот компонент используется для создания предметов. Интересно, а можно ли прокачать будет кустарный метод создания предметов, чтобы меньше... тратилось запчастей всяких. Ух ты, верстак. Отлично. Верстак — это здорово. Ладно, еще один, да, можно. Я все уже потратил. Ладно. Так, улучшение. У нас можно, наверное, что-то улучшить. Огневая мощь. Давайте дробовик прокачаем. Отлично.
У меня есть особая деталь. Разблокируйте улучшение второго уровня для огневой мощи, емкости магазина, скорострельности и времени перезарядки. Здорово. Так, что у нас там еще за сигнал был? Подсумок. Давайте-ка сходим посмотрим. Какой-то поезд. Тоже, наверное, можно будет сходить разведать. Что там интересного? Ух ты! Там что-то мигало. Детали для оружия. Ящички разберем, пособираем лут, если таковой имеется. Так. Забраться, я думал, что-то. Вон там тварюга. Ух ты. Еще ключик. Так. Это у нас поезда, давайте-ка. Это что? Гвозди. Именно такие длинные гвозди из нержавеющей стали обычно используют в строительстве. Из них получается отличная шрапнель. Как говорится, не все так просто, да?
Так, фотоаппарат. Подсумок улучшен. Нейлоновые подсумки для переноса дополнительных пистолетных патронов. Отлично. Ух ты! Ну давай. Так, оказывается, ловушка была, да? Так, ну что, давайте-ка, у нас еще есть поезд, давайте-ка его тоже исследуем. Откроет? Нет, не откроет. Живность бегает. Да ну нафиг. Воу-воу-воу-воу. Сейчас было такое. Отлично, немножко лута, запчастей. Вот особую деталь взяли, отлично. Расчлененка здесь. Загадочная маска. У вас такое ощущение, что вы уже видели это раньше, но никак не можете вспомнить где и когда. В любом случае выглядит эта вещь очень круто, и вы решаете оставить ее у себя в кабинете. Ха-ха. Такую маску мы видели в игре. Как-то не помню, как там. Dishonored, по-моему, или как-то так называется. Помню такую маску. Кстати, надо будет как-нибудь во вторую часть поиграть. Тут уже вышло давненько, так и не играл в нее. Первая-то прикольная. Так, где выход? Понял, где выход? Прошел, что ли? А, ну да. Ну да. Такс. Подсумок мы взяли. Идем на сигнал. А,
Здесь где-то мы еще, да? Не все. Там где-то был. Да, он. Засранец там. Так, а интересно, можно его как-нибудь обойти? Еще сигнал. Патроны для дробовика. О! А вот это уже пригодится. Так, чтоб вас, а? У нас максимально. Так, так, главное не поворачивайся ко мне. Ух ты! Замочил по-тихому, блин. Ну-ка. Черт, патроны. А, да ладно. Ладно. Ах ты, козел, а? Да чтоб вас. Да блин, что ты встал-то? Так, а если попробовать с другой стороны? Здесь мы еще не были. Так, ребята, я надеюсь, вы не встанете, нет? Оп, еще что-то, какой-то сигнал. А, я рядом с точкой резонанса, получается. Нет, пока туда не будем направляться. Я хочу разобраться с этой тварью здесь. А, ну все-таки вот она, точка резонанса. Ну ладно. Раз прибыли, давайте-ка и посмотрим. Надо быть потише. Что за тварь идет за мной? Надо быть потише. Что за тварь идет за мной? Это призрак?
Красный гель. Непонятное вещество кроваво-красного цвета. С его помощью открываются заблокированные ветки улучшения навыков. Столько всего. Как в этом разбираться? Такс. Черт. Теперь бежим нафиг отсюда. Ой-ё. Так, Себастьян, не уставай, не уставай. Так, что нам теперь надо добыть? Патроны, да? Компания Митчелл и сыновья. Значит, дальше там идет уже эта точка.